Добрый день, дорогие друзья, кто со мной еще с прошлого канала, который назывался, ну он сейчас еще, конечно, в силе, просто я его не веду, потому что у меня нет ноутбука, я потеряла все данные, как туда зайти, но ролики существуют, назывался канал Татьяна Берг, ссылочку на ролик какой-нибудь я оставлю, там можно зайти посмотреть. Там у меня есть опыт, который я имела в природном земледелии, который оказался как нельзя кстати, потому что и здесь, в Румынии, земля оказалась тоже не лучшего качества. По крайней мере, тот участок, который есть у моей дочери. Там практически одна глина, то есть такая серовато-белая земля. Вот. И, естественно, рядом соседи, у кого... Кто не унавоживает грядки, того ничего не растет и очень много заболеваний. И пригодился мне мой опыт, который я получила в России, в городе Златоуст. Сама-то я из Челябинска, но где-то 1,5–2 года до переезда в Болгарию я жила в Златоусте. Там работала в магазине природного земледелия. То есть у нас все было для того, чтобы природа давала сама урожай, не то чтобы мы заселяли ее какими-то химикатами. Вот после опыта, смотрите, вот от огорода на балконе, который я выращивала, тут есть некоторые фотографии с нашего балкона. Вот эту дыню я вырастила, фасоль, картошка. Ну, картошка была бы лучше, если бы я не уехала тогда на некоторое время в Румынию, и муж неправильно ее возделал, но все-таки урожай кое-какой был. Вот, потом у нас клубника. Ну, там много чего было, помидоры очень много было. Есть там самые первые ролики в Татьяне Берг, там у нас урожай снят. Вот. В общем, приехав в Болгарию, у нас оказался печальный опыт. Вот это вот наш дом, где все было заросшее травой. И потом, когда мы это все убрали, посадили, у нас ничего не росло. И вот только с помощью природного земледелия мне удалось вырастить кое-какой урожай. Вот смотрите, какие заросли были, когда мы приехали в саду. Вот. Написала я эту статью в журнал. Ну, журнал типа газеты. Здесь вот природное земледелие. Журнальчик такой небольшой в виде газеты. Здесь 24 страницы. 24 листа, вернее. Вот, и написала я вот такую статью. Любаш, привет тебе. Вот, видишь, писала. Раньше писала, было время. Статья моя отобрана. Была среди нескольких конкурсантов на вот это размещение. Это вот наш урожай уже в Болгарии. Вот, от огорода на балконе до экстримов в Болгарии. Вот такая у меня была статья. Это вот наши грядки, которые мы возделывали, специально соорудил муж из разных досок, которые были в сарае. Вот такие вот выращивали мы овощи. И весь мой опыт там тоже, в этом канале Татьяна Берг, тоже там есть. Дыня, кстати, на балконе получилась небольшая, 400 грамм, но она была очень-очень сочная, душистая, необыкновенная. Вот, в 2015 году, можно прочитать вот здесь вот. Писать совершенно сейчас некогда, потому что все занимает вышивка моя. Но от природного земледелия я никуда не ушла, потому что тема мне это очень интересна. Я люблю именно природное земледелие, и никаких химикатов я не использую. У меня несколько таких журналов вот природного земледелия. Их, конечно, в России, наверное, только можно найти, потому что 34 тысячи экземпляров – это очень небольшой тираж. Всем пока! Концовку сейчас снимала, даже не поняла, где нажала приостановку камеры, где нет, поэтому, может быть, немножко сбой. Всем хорошего дня, если что, обращайтесь.